Всем привет! Мы рады видеть вас на нашем канале. Сегодня мы находимся в сборочном цеху, и это видео мы посвятим нашему продукту, то есть тому, что мы производим. Итак, начнем! Сейчас мы рядом с иммерсионной стойкой. Это уже полностью готовая система иммерсионного охлаждения, которая позволит вам легко погрузить и охлаждать ваши майнеры. Но начнем мы пока не со стойки, а с более малого изделия, которое тоже позволяет эффективно охлаждать майнинговое оборудование. Это ячейка, в которую помещается 6 майнеров форм-фактора S19 или M30S. Все, что меньше этих майнеров, тоже можно разместить. Ячейка выполнена из листового металла с полимерным покрытием и разделена на 2 отсека. Большой. В нем располагаются асики или видеокарты и малый отсек, в котором находится вся сопутствующая инфраструктура для функционирования ячейки. Это теплообменник, насос, термореле, система распределительного трубопровода и электрическая панель для распределения питания и сети интернет. Ячейка может поставляться как в базовом варианте для охлаждения проточной водой, так и с сухим охладителем для утилизации тепла от майнеров в окружающую среду. Ссылка на ячейку будет в описании. Для тех, кто не знаком с иммерсионным охлаждением, кратко объясню по принципу работы. В большом отсеке находятся майнеры, которые полностью погружены в диэлектрическую жидкость. Повторюсь, это могут быть асики или видеокарты, которые при работе нагреваются и передают тепло жидкости. С помощью насоса уже нагретая жидкость перетекает в малый отсек и подается в теплообменник, где отдает тепло охладителю внешнего контура. Это может быть вода либо водно-гликолевый раствор. Далее уже охлажденная диэлектрическая жидкость по распределительному трубопроводу подается снизу большого отсека под каждое устройство, охлаждая его. Так процесс замыкается и система продолжает свою работу. Теперь мы можем перейти к нашей иммерсионной стойке, которая, как можно видеть, состоит из 4 ячеек. С помощью консоли, которая поставляется в комплекте, их можно легко выдвигать для обслуживания. Эти ячейки помещаются в металлический каркас стойки и объединяются в один единый контур посредством гибких шлангов. Металлический каркас также выполняет роль распределительных коллекторов. Они находятся по бокам стойки, по которым охладитель внешнего контура подается на каждую ячейку. Запорная арматура, которая установлена для каждой ячейки, также позволяет легко отключить ее от всей системы, при этом остальные ячейки могут продолжать функционировать. Вверху стойки расположен электрический распределительный щит с автоматическими выключателями и контакторами, от которого отходят питающие кабеля на каждую ячейку. Также хочу отметить, что в каждой ячейке установлена дополнительная защита от перегревов на случай каких-либо аварий в виде термореле. Оно срабатывает при превышении температуры жидкости и отключает подачу питания на майнеры. Отдельно хотел бы остановиться на оборудовании и комплектующих, из которых состоит наша ячейка и стойка. Все технологическое оборудование, насосы, теплообменники, трубопровод, все рассчитано и подобрано для правильного и эффективного функционирования системы иммерсионного охлаждения. В своих изделиях мы используем продукцию только проверенных и надежных производителей, которые зарекомендовали себя на мировом рынке. Это такие компании, как Grundfos, Swep, Vega, IMI, Eaton, с которыми мы уже давно сотрудничаем и работаем по программе OEM поставок. То есть наша цель — это чтобы заказчик получил качественное и правильно работающее изделие. Ну и с учетом того, что готовится отгрузка стоек в одну из азиатских стран и груз будет плыть по морю, хотелось бы рассказать о некоторых нюансах по упаковке. Отправка морем – это всегда довольно агрессивное окружающее условие для любых изделий, и этому мы уделяем очень большое внимание. Стойки герметично упаковываются в специальную термоусадочную пленку с ингибиторами коррозии, а вовнутрь укладывается специальная бумага, которая впитывает влагу и также препятствует коррозии. В
Все это позволяет получить заказчику изделие надлежащего качества. Ну а на сегодня у нас все. Дополнительную информацию вы найдете в описании. Оставляйте ваши комментарии по ролику, ставьте лайк, если видео вам понравилось, и подписывайтесь на наш канал. Всем удачного майнинга!